Здравствуйте, мои любимые подписчики. Наверное, немножко будет гудеть, потому что так вот стоит сегодня у меня телефон рядом с моим котлом. Но выключать не хочу, потому что тогда станет холодно в доме. Собралась я сегодня поехать в фикс-прайс. Но, как говорят, хочешь рассмешить Бога, расскажи о своих планах. Вот я уже была настроилась, все, посмотрела, что у меня на YouTube делается. Так, выключу еще, чтобы еще не шумел еще и телевизор. Открыла YouTube, посмотрела, кто там какие видео выложил, посмотрела Лену с Ваней, они уже на море. Ой, как я позавидовала, помечтала. Вот, но, честно говоря, я вот в такую погоду не очень-то люблю ездить на море. Это надо одеваться здесь тепло, потом все эти вещи тащить на себе. Вот мы в апреле как ездили, у меня была майка, кофта, жилетка, вот это вот все. Потом это мы прилетели, все это надо было снять. И кроме этой сумки, надо было еще тащить еще это гору этих вещей. Я люблю, когда уже тепло, так по-летнему, по-легкому ехать или лететь. Вот, ну вот, фикс прайс отпадает, лупит дождь на улице, и даже нету надежды, что он прекратится. Поэтому я загрузила видео, в смысле не загрузила еще, а поставила загружаться. Загружаться оно будет очень долго, минимум часа три. У меня компьютер старенький, я его еще дарила Аришке на 16-летие, поэтому, а потом я ей подарила ноутбук, нет, на 12-летие я компьютер ей покупала, на 16 я уже ноутбук ей купила. Вот, и он слабенький у меня, старенький, но работает и работает. Вот, поэтому я решила, раз никуда не пошла, и заняться обедом. А купила вчера морковки, и очень много купила ее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть вот таких вот морковок. Я их сейчас почистила, и сейчас я их натру. Очень мне хочется сделать вот в этой вот формочке, в стеклянной. У меня вот такое вот мяско. Тут вот я половину я отложила в морозилку, а остальное я оставила. Но оно тоже у меня замерзло, и когда разморозится, я не знаю. Вот. Это мяско без кости от бедра. Понравилось, я как-то брала, и мне очень понравилось это мясо. А морковку я сейчас потру, положу подушкой, на нее отобью это мяско, и вот я думаю, засыпать мне сыром или не стоит. Или пускай готовится, а потом сыр. В общем, типа мясо по-французски, только не на картошке, а на морковке будет. Вот. Но остальную морковку разложу по пакетикам и положу в морозилку. Потом удобно будет, раз, когда надо, достал, и все, и готово. Вот. А макияж я сегодня делала вместе с Настей. С Настей Макарской, с Настей из блондинкой из Турции. Нет, наверное, будет шуметь. Сначала договорю, а потом буду тереть. Она показывала, как она делает стрелочки. Ну, в принципе, я это все умею. Просто я не делаю такой вот основательный макияж, как может сделать молоденькая девочка. И куда-то пойти на выход, куда-то в красивые места. Если я иду просто на рынок или в магазин, конечно, я не наношу такие вот румяна. Я вообще румяна не очень люблю. Но вот как она показывала глаза красить, как стрелочки подводить, мне очень понравилось. Мне вообще нравится, как она это все делает. У нее так вот все это красиво-красиво получается. Ну, у красивого человека все красиво. Вот. Ну, а теперь, наверное, девочки, буду я тереть морковку. Немножко это будет шумовое оформление, потому что, ну, что я буду стоять, разговаривать, а морковка будет... Дело не будет двигаться. Так, сегодня нет, не вопросы на ответы, только вот хочу сегодня комментарии посмотрела. Рима Чистякова мне пишет, что не надо обговаривать блогеров,
Это некрасиво. Ну, понимаете, вы мне предложили. Кто-то вот один, другой человек мне предложил посмотреть этих блогеров и снимать мое видео так, как вот они снимают. Целый день с утра с кровати и до кровати. Вот. И я единственное, что сказала, что мне там у одной не понравилось, что она лежит голая в кровати или в рубашке в ночной бегает. Вот. Ну вот сказали мне, чтобы я не обговаривала. Я не обговариваю ни в коем случае. Ни в коем случае. Пусть человек так делает так, как он хочет. Это его канал, и что он хочет, то он и показывает. Просто я сказала, что я не могу так этого сделать. Вот мне как бы-то это не очень кажется удобным. Вот. И еще просили Ариша на выход, но, к сожалению, этого не будет. Ни за что ее не уговорить, ни за что. Даже когда я делаю ее фотографии, ее фотографирую, она не выкладывает. Вот она выкладывает только у себя на Инстаграме, но там у нее аккаунт закрытый. Даже она меня к себе не подключила. Вот. Несколько, вот изредка какие-то ей фотографии очень понравятся, вот только те она и выкладывает куда-то. В Одноклассниках она, ее страничка есть, но там тоже нет ее фотографий. Если что-то выкладывалось, это делала я. И потом получала от нее нагоняй. Вы знаете, вот белорусская морковка, а когда чистила, вот чистил... Какой-то неприятный какой-то был запах, как вот химозный какой-то. Не знаю. Наши, наверное, тоже много химикатов добавляют в морковку. Вот. Ну что, дорогие мои, не надоело вам такое видео? Ну что вот интересного я делаю? Тру морковку. Дальше я буду отбивать мясо, дальше я его поставлю в этот самый, в духовку, оно готово будет. Интересно вам это смотреть, или вы просто меня слушаете? Настоящая осень, дождь лупит, шмяк наш на улицу хочет, а у нас же вот этот туес, и вот он вытоптал там, можно сказать, хоть он не ходил поэтому, но он так вот... Снизу сделал себе вот такое вот окошечко. Как-то вот раздвинул эти веточки и идет на улицу и теперь залазит туда, под эту тую, и там он сидит и оттуда вот наблюдает. Я уже это заметила, потому что я посмотрю, ну, в беседке сидел, в беседке его нету, вот коробка моя вот свалилась, и теперь она промокнет. Одну коробку с обрезками роз я сдала, вот, а еще коробочку надыбала я. Но у нас, смотрю, что ветром ее снесло, а может быть, шмяк ее сбросил со стола, и она в луже, потому что лужа в беседке. Вот. И заметила, что кот все время мой вылазит из-под этой туи. Но сегодня он у меня дома. Опять не поел. Я тут ему покупала печенку, давала сырую. Вот 2 дня я ему это давала, ему, видно, это очень понравилось. И теперь с пакетика, с того, которого он любит, он полезал, и на этом все. Какой кот привереда такой, что кошмар. Вот не дашь ему то, что он хочет, а он не будет есть то, что даешь. И будет целый день так это лежать, пока это не засохнет. Жесткая морковка такая, жесткая. Терка у меня обыкновенная, я по старинке тру. Ничего электрического у меня нету. Я была купила такую вот, вот все рекламировали, на Алиэкспресс есть, нас на базаре такая вот, значит, коробочка, сверху там металлические терочки такие. Я ее попробовала и отнесла обратно. И вернулась к своей... старинной терке. А вы чем трете морковку? Ну,
ну что, буду я, наверное, тереть, а к вам я вернусь уже потом, позже, когда у меня разморозится мясо и когда я буду это все делать. Ну что, с морковкой я справилась. Положила в эту емкость таким толстым слоем, отбила мясо. Оно немножко не разморозилось, но как раз я тогда не буду лить воду. Оно будет размораживаться потихоньку и питать морковку. Остальную морковку я разложила по пакетикам. Вот один у меня получился большой такой пакет. Просто можно будет потом достать и отломать сколько нужно, а второй поменьше. Теперь я лучинку порежу. Решила, что мне надо лучинка все-таки. Я ее порежу так колечками. Аришка вчера тоже готовила с такого мяса, но она решила сделать гуляш. Гуляш с макаронами. Не знаю, доделала она вчера это или не доделала, я как-то не смотрела. Вот. Я стараюсь не мешать, когда на кухне три хозяйки, это очень тесно. Поэтому, когда готовит что-то муж или Ариша, я стараюсь в это время заниматься другими делами в комнате. Вот. Потому что мы тогда все начинаем говорить, как вас здесь сегодня много. Так, и достала помидоры тоже замороженные. Вот. Ой, как у меня тут луком запахло. И дело в том, что я долечки даже не могу. А, рассоединила. Рассоединила долечки. Такие вот. Положу наверх помидорчики. Так. Ой, как лук. Все-таки лук есть лук. Он сразу пахнет, так только мне не высыпать вот этой большой дырочки. У меня Ариша так. Супчик я ей поставила, она, ей всегда мало соли. Я не досаливаю всегда. И она как сыпанула с большой этой дырочки. Морковочка сладенькая, мяско сладенькое, поэтому я соли... Ну, не поэтому, а вообще всегда соли очень мало. Теперь вот у меня есть какая-то... Какой-то перчик, разные-разные перчики. Сейчас я насыплю. Я уже... Что-то вот, вы знаете, вроде бы в банке закрытый, а вот постоит и все равно сыреет. Хуже начинает. Вот сразу хорошо-хорошо мелится, а потом уже хрустит плохо. Духовку я уже разогрела. И мне уже стало очень жарко, потому что стою возле духовки. Вот. Так, перчик. И здесь у меня что? Приправа для курицы. Приправа для курицы. Ой. Как она. Это хорошо еще мелится. Вот. А сыром, я думаю, я потру. Сыром... Посыплю. Можно было бы майонезом еще. Даже я и не знаю. Нет, поставлю я пока сейчас так, потому что все тут полузамороженное. И пускай оно готовится. А сырок я потом натру и просто перед... Уже как надо будет вынимать, потом я уже добавлю сыр. Думаю, наверное, так будет лучше. Так, ставим в духовку. Все готово. Теперь могу сварить себе чашечку кофе и пойти к компьютеру посмотреть фильм. Начала новый фильм смотреть канала Украина. Маркус. Переместилась я к компьютеру. Пока не включаю звук, пока с вами разговариваю, потому что, чтобы не получить нагоняй от YouTube, зажгла себе свечу. Люблю очень зажигать свечи теперь уже даже днем, потому что от нее исходит какой-то вот тепленький-тепленький аромат. Вот. А эта свеча у меня апельсиновая. Вот, сварила кофеек. Так,
Ну, не знаю, видно. Выльется. Вот. И взяла немножечко вкусняшек. Ну, фильм-то двух, еще две серии смотреть. Вот такое вот печенька я купила в Светофоре. Вы знаете, это вот похоже на пирожные кольца. Такое вкусное. И вот такие вот взяла конфетки с коммунарки. Это снегири. Вот с этим я попью кофеек. Кто-то там писал мне, бедненько было, когда мы с Людой пили кофе. Вы знаете, мы можем кофе попить без ничего. Вообще не надо нам ни конфеты, ни печенье, ни пироги. А просто вот она прибегает и говорит, я ничего не хочу. Я уже наобедалась и кофе напилась. Даже ну вот просто с тобой за компанию я просто уже посижу, попью кофеек. Вот. Так что, ну, а в тот день у меня действительно было совершенно вот такое вот бедненькое застолье. Конфетки лежали, но мы даже их и не кушали, эти конфеты. На все ваши комментарии стараюсь ответить. Либо делаю видео, либо вот так вот где-то что-то вспоминаю и отвечаю. И пишу вам под видео. Так что, ну, если что не так, не серчайте. Не нравится, можете отписаться, не смотреть. Ну, что могу, то показываю. Что знаю, то рассказываю. И вы пишете, я отвечаю. Ну, а сейчас я буду пить кофе и смотреть фильм. Мой обед готовится, когда он сготовится, я вам обязательно покажу, что у меня там получилось. Все, с духовки вынула, и вот посмотрела, думаю, не буду я засыпать сыром, и не буду я опять ставить в духовку, все уже сготовилось, сейчас положу на тарелочку и буду кушать. Положила на тарелочку, захотелось мне уже на новогодней тарелочке покушать. Люблю красивую посуду, потому что как-то аппетитнее это все выглядит. Ну, а на десертик у меня будет йогурт. Большой такой йогурт. Ну, йогурта много не бывает. Вот, девочки, буду кушать. Ну, а на сегодня все мое видео. Наболтались, наработались, будем отдыхать.